Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои награды ежедневные. Так, задание. Так, это выполнили. Открыть колоду. Обязательно это с тобой сделаем. Бесплатно. Ну-ка, что у нас тут? Крысиный... А, нет, Мондагека. А я почему-то подумал, что крысиный король. Так, дальше поднять уровень, сразиться в боях. Ну что же, где наш Шархан? Нам осталось с тобой совсем немножечко. Да какое там, не буду я сейчас ничего голосовать. Достали. Так, смотрим, ребята. Нам нужно с тобой найти всего лишь 8 3D очков. Так, одни есть, вторые. Так, два только лишь, да, пока нашли. Ну, началось, а? Понятно. Вот, 3 4. Так, еще 4, и все будет хорошо у нас. Еще 4, дайте, пожалуйста. Нет, сейчас будут всякую ерунду мне давать. Но только не очки, да? Ага, 5. Еще 3. Вентиляторы. Вентиляторы опять, ну что, вы серьезно, что ли? Блин. Так, у меня хоть хватит пицца-то, а? Найти. Секунду, я что-то не помню. А с какого перепуга меня сюда бросили? Эй! Хорош, вы что делаете? Что с игрой творится? Что-то она меня выкидывает, куда ни попадя. Значит, еще 3. Мутаген. Ага, 2. Так, может быть, вот здесь попробовать? У Леонардо. Последние очки находим, и все. Но нам дают учебники, как всегда, да? Учебники, и хоть ты тут тресни. Ну, давай попробуем, может быть, тут мутаген. А здесь опять мутаген. Здорово. Все, наконец-то, друзья мои, наконец-то я получил, и мы можем проапать с вами морозный луч. 10 тысяч мутагена требует, нифига себе. Но зато до 5-й ступени. Слушай, мы, наверное, в следующей серии проапаем до 6-й, потому что нам нужно с тобой вот этот вот камень найти. Поищем уже потом. И 29 тысяч мутагена у меня остается. Так, давай-ка мы с тобой прокачаем. Да-да, именно, ребята, Усаги. 95 уровень он получил, и это шикарно. Мы с вами сегодня что? Ну, во-первых, пойдем на испытание Усаги. Чисто пофаниться, да? И также... Так, погоди секунду, в магазине что-нибудь есть? А-а, ничего хорошего. Так, здесь, оу. Здесь мы с тобой берем 3ДНК на оригинала, да? Майки, Микеланджело. Так, по жетонам все опять кисло, скучно. Ну что, начнем с турнирной арены. Как ты видишь, я на лиге мастеров одна звезда. Ранг у меня 55-й. Откатов всего лишь 5. Я, кстати, не смотрел сегодня, друзья мои, рекламу. Можно было бы, кстати, это сделать. И, наверное, посмотреть еще, ну, и получить еще 10 откатов. Но у меня есть доллары, так что я особо сильно не переживаю, смогу купить. Ну что, попробуем вот такой командой. Взял Зека и взял Леонардо. И плюс еще 3 слабеньких. А план каков? Сейчас Зек должен бросить бомбочку и замедлить. Сплинтер пробить не сможет, я больше чем уверен, да? Ага, и Леонардо, наверное, сделает далеко не жирную точку, судя по всему. Хотя... Нет, все отлично, друзья мои. Шреддер сможет добить его? Молодец, красавчик. Донателло мы победили. Ну что же. Был 55 ранг, давай посмотрим, куда нас сейчас перекинут. Но в любом случае, в мастера 2 звезды мы сегодня здесь с тобой попадем, это однозначно. 48-я позиция, почему так мало-то, эй? Что-то здесь не то. Здесь, друзья мои, пахнет керосином. Давай, наверное, нет, подожди-ка. Хотя, пускай, нет. Не пускай. Не будем позволять, да, себе такую роскошь сразу двух персонажей имбовых брать. Потому что, я думаю, здесь мы и так справимся. Так, Майки здесь, да? Оу, у Карайки... А почему Карайка ходит первой? Я не мог... Неужели у него инициатива больше, чем у Микеланджело? Что за дела-то, а? Не пойму, вот серьезно говорю. Майки, успокойся. Ёпрсты. Чуть змею Карайне не подбил, а? Это было опасно. Ну что же, тогда мы с тобой двигаемся дальше. Была 48-я. Я надеюсь, сейчас хотя бы 35-я будет позиция. Вряд ли.
13 ступенек пролететь. Это слишком шикарно для них. Хотя, 40-я. Ладно, продолжаем. Что-то очень медленно мы с тобой, честно говоря, идем. Дай-ка мне побольше, пожалуйста, кубков. Будь добр. 23-17. Вот, совсем другое дело. Возьмем Матиаса. И опять же берем Леонардо. Возьму, наверное, Железноголового. Так, Рокзар, подожди, пока не лезь. И к этой команде я, наверное, возьму Муху. Но это очень рискованно. 72-73 уровень у противника. Плюс это Муха. Ох, не знаю. Железноголовый не особо отличается у нас инициативой. Он обычно самый последний ходит. Так, ну минус двоечка. Давай-ка здесь кого-нибудь. Все, начал. А, хиляет. Но это мы как-нибудь переживем. А вот это уже вряд ли. Тихо-тихо-тихо, родные мои. Так, Сплинтер, будь добр, давай ускорение какое-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Возьму-ка я, наверное, провокацию. Вот так. Теперь захиляемся с тобой. Ага. Так, кого нам тут надо? Наверное, все-таки Леонардо подобьем первым. Теперь Рафаэля. Ну-ка, мощным ударом идем. Не такой уж он и мощный, да? Ну и Донателло. Главное, чтобы он, ребята, не запустил свои сюрикены. А ведь он может это сделать. А зачем я сделаю отхил, когда я... Да, я бы мог его сейчас просто ушатать, и все. Хотя, ребята, он в замедлении. Все, мы побили его. Ну что же, двигаемся с тобой дальше. Была 40-я позиция, я думаю, сейчас где-то будет... Ну, 30-я должна быть. 32-я, на худой конец, если по 8... ступенек мы с тобой пролетаем. 32-я должна быть. О, 29-я. Здесь даже лучше, чем в те разы. Так, ну что, Ариана у нас здесь. Берем Леонардо. Возьму Донателло и Рокзара. И двух слабеньких. Слушай, вот здесь, кстати, рискованно. Кирби я взял, да. И Мондагека, так вообще у нас тут, по-моему, ватник. А ты не забывай, что здесь Бакстер Стокман. Угу. Нам желательно его в первую очередь бы ушатать. А, тут еще и Микеланджело. Ну, естественно, он усиливает команду. Хотя мог бы... А что бы он мог? Да ничего бы он не мог сделать. Давай попробуем ушатать Бакстера. Так, морзилка. А, нет. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою же, блин, друзья мои. Рокзар, почему? Я не понимаю, ребята, почему Рокзар не сделал провокацию? У него инициатива, я бы не сказал, что на самом последнем месте. Но он здесь вообще ничего не стал делать. Мне кажется, это из-за того, что там был Микеланджело вражеский. Хотя, как его инициатива может повлиять на моих персонажей. Но Мондагека, как ты видишь, мы потеряли. Да, и кубков получили мало. И продвинулись не очень с тобой далеко. Игорек. Блин, откатов мало. Ну ладно, Игорек, давай. Берем с тобой вот этих двух партизанов, да, и сюда же, наверное, вот этих. Риск, риск, но риск, наверное, оправдывает средства. Сейчас посмотрим. Блин, я тогда лиги мастеров две звезды фиг дойду, получается. Такими темпами. Ну-ка. Тут еще оригиналы. Ага, минус один. Так, Змейковин. Ну, Муха, блин. Все портят мне, ребята, абсолютно все портят, всю малину испортили. Ну и чё? Ну давай, делай так. Атаку понизили, да? А если мы выпустим крыс? Мимо, понятно. Давай тогда вот так вот сделаем. Хе-хе. Сделали. Рафаэля, давай бомбить. Окей. Так, я надеюсь, наш Тимати выживет. Выжил. Да, пускай он оглушен. Но он все-таки выжил. Так, Змейковьюн. Давай, наверное, добьем. Надо было Донателло бомбить на самом деле. Хотя и так все отлично. Промахнулись. Это тоже, наверное... Нет, нанес небольшой урон. Ну все, давай заканчиваем с ним уже. Отлично, друзья мои. Так, ну что, нам пора, по-моему, с тобой откат уже покупать, да? Сколько там, 10 штук? Нет, нам хватит с тобой на 20. По большому счету у нас сколько там, 500. Вопрос сейчас в другом.
У меня заканчиваются персонажи. А, 250. Раз и 252. Окей. Так, сегодня у нас что, пятница, да? Сегодня у нас пятница, а это значит, скоро, друзья мои, неделя закончится. А вот что я тебе хочу сказать. Так, телепорты я потом. За кадром уже, как говорится, набью. Ну что, 9-й ранг, я думаю, это будет у нас такой проходящий бой, где мы с тобой уже сможем спокойненько зайти в Лигу Мастеров 2 звезды. В данный момент беру такую команду, я не знаю, правда, Майки там этот стоит, Ролевик. Ну, я, честно говоря, не видел, чтобы у него там была особая инициатива. Вот кролики, да, кролики здесь могут чудануть, на самом деле, своим лучом, и тогда мои все архаровцы там полягут. Еще и постепенный урон не повесили, вы серьезно? Ну, шикарно. Эта двоечка пока еще не подводила. Тем более не забывай, что у Саги у нас получил сегодня 95 уровень. А это, соответственно, где-то, не знаю, может быть, на 50 очков атака у него стала больше. Так, и мы с тобой, да, попадаем в мастер 2 звезды. 95-я позиция. Пока есть у нас персонажи, будем, друзья мои, отыгрывать. Хотя, блин, тихо, подожди. Вот, возьмем вот этого, наверное, да? Он послабже будет. Там 75-й уже пошли против меня. Я просто не захотел рисковать. Раз, и два, три. Отлично. Риск есть, да. Крип плюс Эйприл, они слабые. Тут враг посильнее будет. Тут кто у меня? Самый опасный, я считаю, это Рафаэль. Рафаэль классический. А после него идет уже Ванюша, да? Потом Донателло и так далее. Упс, Рокстеди выжил. Фух. Майки молодец. Ну, суперударом, конечно, бомбанул. И это самое главное. Так, двигаемся с тобой дальше. 95-я позиция. Нам бы хотя бы до полтинника добраться, но это исключено. Очень медленно с тобой продвигаемся. 85-я. 10, да? 10 ступенек перепрыгнули. И здесь я возьму вот этого. Конечно, брать лучше всего, кто слабее. Так, здесь, ага. Друзья мои, здесь Микеланджело 71 уровня, который может усилить команду вражескую на атаку. Угу. Ну-ка, попробуем сейчас его, может быть, прижучить. Если постепенно урон повесим, возможно, он не выживет. Ха, так и есть. Вот он, вот я не могу понять, он, вот сейчас он не стал делать ничего. Почему? От чего это, черт подери, зависит? От чего? Раньше он всегда делал ход, обязательно после там Усаги или после Леонардо. Здесь он ничего не сделал. Может быть, потому что я сегодня уровень поднял, но Усаги у меня все равно всегда ходил первым, да? Даже без уровня. Леонардо потом уже вторым был на добивании. Но тут, Майки, может быть, что-то не прокачано у противника было. А как? А по-другому я не знаю, ребят, как объяснить, почему он не сделал ход. Видишь, а если бы я, например, не стал перестраховываться, да, и подумал, а, он все равно ничего не сделает, вот обязательно бы он пробомбил бы. Вот как пить дать. Сделал бы удар из-под тишка, и я бы сказал, блин, ну почему же он сходил? И он сходил бы первым. Ну, не, может быть, не первым, но вторым бы он точно пошел бы. Не знаю, как это работает. Очень странная система. Рандом, случайность, я не знаю, удача. Как это еще назвать? Не знаю, все стереотипы, ребята, ломает мне просто-напросто. Вот, что я вот, как говорится, от боя к бою для себя какие-то делал определенные выводы. Бац, просто в одну секунду. И все, и все мои выводы, и все мои, как говорится, предположения летят коту под хвост. Очень странно. Ладно, 60-й ранг у нас с тобой. И... ну, давай вот эту вот команду возьмем. Так. Я думаю, мы от Катики с тобой еще побережем, да? А на следующую, как говорится, игру... не будем здесь всех спускать. Плюс еще за видосы мы получим 10. Где-то. Итого у нас будет 20. Этого за глаза нам. На выходные нам хватит. Плюс мы еще заработаем где-то долларов 250. То есть это еще на 10 откатов. Ну, топчик у нас по любасику будет. Об этом можно даже уже, как говорится, не волноваться. Единственная проблема, это если я буду работать и не успею просто поиграть. Вот тогда да. Тогда нас с тобой могут просто сбросить и все. Мы будем стараться этого не делать. Ну, на худой конец я буду за кадром играть.
Ну, без записи. Так, ну что, друзья мои, 51 ранг. То есть сейчас мы делаем с тобой окончательный бой. Я возьму, наверное, Хасен. Так, Лео. И вот этих вот троих. Все, ну тут имба, тут вообще можно не заморачиваться. Никто им ничего здесь не сделает. Хотя Крис Брэдфорд все равно еще слабоватый. 80 уровня он. Давно уже, наверное, пора его на 90 протащивать. Но опять же, без массовых атак, есть ли смысл заморачиваться? Не знаю, ребят. Вот у Саги, если прокачаем до соточки, вот это будет имба. Поверь мне. Потом можно будет и Рафаэлечка взять, да, до сотого качнуть. И все. Но опять же, у нас же есть разные испытания, где нужны не только там дух, коварство, там еще что-нибудь, но и другие, как говорится, стихии. А я их не прокачиваю, поэтому особого тут продвижения не жди. Ну что, ребятушки, мы теперь отправляемся с вами на испытание. И здесь ау-ау-ау-ау, хитрость и эксперт. Ну что, давай начнем с эксперта. Твою же налево, ну что же вы так сделали? Ну зачем вы так со мной? Хотя у Саги-то у нас все равно прапаны. Так что чем мы переживаем? Единственное, что там можно вместе с ним фармить довольно неплохо, да? Каких-то персонажей, сейчас мы глянем. Но здесь, наверное, на изи разберем. Ну-ка, кусь-кусь. Воу. А если так? Да ладно, серьезно что ли? Эй! Началось, да? В деревне утро. Начинает тут махать клинками. Добьешь? Молодец, Карайка. Ну а что ты хочешь? Он 40 уровня, мои персонажи 70-го. И Карайка, естественно, обязана была его подбить. Двигаемся с тобой тогда далее. Так, две ДНК. Я хочу просто глянуть. О, кстати, неплохо, смотри. Тут можно Донателло, да? И Слэш. А здесь... Ну, здесь так себе, ребят. Пиццелицы, которые у нас есть. Плюс там Бибоп Кролик, он тоже у нас есть. Ну, давай будем бомбить. Опять он начинает, да? А, сейчас он делает баф. На двойную атаку, все дела. Вот жучара. А эти еще грибы почему-то инициативу имеют. Офигенную просто, да? Несмотря на то, что они 50 уровня. Ну-ка, давай попробуем ушатать их. Ну, не всех. Так, Армагон, давай свой валун. Неплохо. Пробивным сможешь? Есть. Такой Крис Брэдфорд явно любит себя, потому что он свои мускулы целует каждый раз. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас будет какого там? 60-го, скорее всего, уровня. Ну-ка. Да, 60-го уровня. То есть, друзья мои, уже на пределе. По крайней мере, Сплинтер уже, Сплинтер и Карайка уже, ну, сами же. Это все в зону риска попадает. А Армагоном и Крисом Брэдфордом вряд ли я тут, конечно, очень много смогу подраться. Ну-ка, давай бомбанем. Тыдыч. Так, грибы упали. Пробивной сработает хорошо или нет? Слушай, неплохо. Так, понизили атаку. Добьешь? А-а. Да ладно, опять баф на себя вешаешь. Усаги, успокойся, пожалуйста. Защиту, значит, и контратаку, да? Не понадобилось. Ну чё, наверное, будем с тобой убирать Сплинтера плюс... Кого? Карайку? Оставлять 80-х, это Армагон. И... Крис Брэдфорд. Я не знаю, вдвоем против этой шараги. Причем у Криса Брэдфорда нет массовых атак. Как мы сейчас тут будем? Давай просто посмотрим. О, еще и заблокировали. Зашибись, я-то рассчитывал. Я рассчитывал на наш супер-пупер удар. Ага. Трындец. Ладно, давай защиту, наверное, поставим тогда. Посмотрим. Ну, в принципе, защита довольно неплохо держит. Ты сам прекрасно видишь. Они мажут. И урон на единичку — это фигня. Так, секунду, секунду, секунду. Вот теперь можно применить валун. А ну-ка. Минус грибочки. Пробивной. Есть.
как говорится, попал под пятку, да, и мы его разобрали. Ну а дальше уже все действительно идти не стоит. Там будет 80 уровень, их четверо, нас двое. Они нас распишут. Даже глазом не моргнут. Они нас тут ушатают. 80 уровень. Не пойду, ребят. Ну нет смысла в этом. Так, хотелось посмотреть, кого мы тут с тобой можем фармить. Шреддер. Так, Кейси Джонс. Блин. А что-нибудь... Да, как-то вот знаешь, есть, вот здесь вообще никого не хочу. Ну, если только Лео, но это шанс опять маленький. Вот здесь вот неплохо, да? Донателло и Слэш. В принципе, они мне оба нужны. Но тут, видишь, вероятность поймать Криса Брэдфорда и Саблезубова. Так, ну что, давай глянем, что у нас тут в платине. Каких персонажей? Ага. Ну что, попробуем разочек, ребята. Я не знаю, конечно, там еще Шреддер в конце. Три волны. Разница у нас с тобой у некоторых персонажей в 10 уровней всего лишь. Ну а у них, как обычно, инициатива просто зашкаливает. У нас опять здесь нету хила. А мы идем без хиллера. Это очень плохо. Я бы сказал, даже очень. Нифига себе он. А ну-ка вмажем разочек другой. Упали. Так, ну что, двигаемся на вторую волну. Кстати, мы с вами, по ходу дела, в штабе. Да? Клана ноги, потому что, видишь, везде флаги. Так, я, наверное, сделаю с защиты. Начну. И еще баф от сплинтера. Во. Ну-ка, Ванюша, давай. Слабовато. Блин, слабовато. Так, 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 тихо, Армагуша, держись. Я знаю, сейчас они тут. Блин. А ну-ка, ракетами. Все. И сидит Шреддер там. Выпендривается еще. Ну-ну-ну, достал свои когти. Че, ребята, приступим? Ну-ка, смертельный поцелуй. Карайка, это же как бы его дочка получается, да? Я не знаю, правда, родная, не родная. А ну-ка. А если еще и вот так? Оу, шикарно. Причем он что-то так заглючил, как будто он даже не настоящий Шреддер, а как будто роботом был каким-то. Ну что, ребята, мы прошли с вами только одно испытание, да? Их там целая куча, но туда уже идти не стоит. Снаряжение, хитрость, по-моему, такого тоже у меня не было. Ну, сам понимаешь, если я сюда рвану, то все, без вариантов. Меня тут расплющат. Да. Кстати, я могу здесь... Могу попробовать пофармить. $4. Крюк-кошка. Ну вот, эксперт снаряжал. Вот это уже хорошо, ребята. Так, 2 серебряных осколка и... Ага, все. Все, ребятушки. Закончилось. Ну что, дорогие друзья, тогда давайте, наверное, мы с вами будем на этом закругляться. Где у нас, кстати, сколько? 10 ДНК. Точнее, не ДНК, а... Ну да, ДНК. В магазине мы с тобой все посмотрели, да? Да, ничего мы приобрести не можем, нам и не нужно. Тогда будем с вами закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.